Сегодня делаем чип-тюнинг Toyota Lexus RX 350 2013 года. Подключаемся мы вот по такой схеме. Справка PCM Flash. Вот мы подключились на столе. Делать будем PCM Flash. Адаптер Open Port. Оригинал, естественно. Выбираем адаптер. И выбираем Toyota Lexus. Сейчас нам нужно сделать идентификацию. Включаем зажигание. Идентификация выполнена. Вот файл калибровки. 89663-48L40. Нам нужно сделать Евро 2 и тюнинг. Итак, файл Евро 2 и тюнинг у нас подготовлен. Включаем питание. Не забываем 120 Ом делать терминатор на коншину. Открываем PCM Flash. Включаем зажигание и делаем идентификацию. Так, идентификация выполнена. Теперь нам нужно записать файл. Открываем. И нажимаем записать. PCM Flash сам исправляет контрольную сумму. Следуем подсказкам. Включаем зажигание. Файл Евро 2 и тюнинг нам любезно предоставил Игорь Воденников. По Toyota он самый лучший. Ссылочку на его контакты дам в описании. Все, готово. Ставим блок. И вперед.